В прошлом году в Мангоставской области жертвами нападений животных стали около 1000 человек, из них более 300 взрослые, около 700 дети. Порядка 90% пострадавших покусали собаки, а остальные – кошки и различные насекомые. На женщину, попросившую представить ее как алмаголь, 2 месяца назад напала собака, и она чудом осталась жива. Инцидент произошел в селе Сайн-Шапагатов. Став жертвой нападения бездомного животного, женщина теперь беспокоится о безопасности своих детей. У меня до сих пор на руках и ногах остались следы от укусов. Большинство собак в основном бегает около школ. Страшно отправлять детей одних. Буквально вчера я видела стаю из 5-6 собак в микрорайоне, где я живу. Одну отправлять дочку в школу я побоялась, отвела ее сама. Собак сейчас в Актау много. Бегают группами по 5-6 собак. Врачи, в свою очередь, говорят, что в основном жертвами нападения животных становятся дети. После оказания необходимой первой помощи и вакцинации против бешенства пострадавших отправляют домой. Пострадавшему оказываем первую хирургическую помощь, накладываем повязку на рану и отправляем домой. Если рана серьезная, госпитализируем в отделение. Пострадавшему делают 5 прививок против бешенства. Самое первое делается сразу после поступления. Остальные 4, когда скажет врач. Об участившихся случаях нападения бродячих животных ветеринары осведомлены. Однако ничего не могут сделать. Отстрел бездомных собак запрещен законодательством. Эксперты говорят, что другого выхода, кроме как поймать их и вакцинировать, нет. Например, в прошлом году было поймано более 14 тысяч собак. Из них стерилизовано порядка 1500. Остальные 13 тысяч были уничтожены. Даже в такой ситуации мы не можем сказать, что эта проблема будет решена, так как в основном жители жалуются на тех, у кого на собаках имеются бирки в ушах. Кроме того, уже в этом году за 1 месяц было поймано 844 собаки. Было получено 1200 заявок. Мы не успеваем отлавливать всех. Мы убираем с улиц только собак, нападающих на людей. В скором времени чиновники намерены пересмотреть закон о животных. В новом документе будут затронуты такие вопросы, как сокращение количества животных на улицах, стерилизация бездомных собак. Айжан Сабитхазам, Ингель Трахметрула, Наметла, Дидар.